Здесь нет ограничений по возрасту, нет обязательной формы одежды, никаких правил. И все это хип-хоп. Танец, который некогда считался исключительно уличным, вышел на профессиональный уровень. Теперь хип-хоп — это не просто зрелищные танцевальные батлы. Одним из новых направлений спортивного чирлидинга является как раз-таки хип-хоп. Евгений Швецов знает об этом не понаслышке. Тренер, серебряный призер России по соло-хип-хоп, показал пару спортивных приемов сахалинским ребятам. Ко мне приходит и в 7 лет, и в 18 лет, и всех мы учим, всех мы пытаемся привить вот эту культуру, да, хип-хоп, потому что многие говорят, что невозможно начинать танцевать хип-хоп, не зная культуры. Можно. Сахалинских девчонок тренер видит не впервые. На Кубке России по чирлидингу, где сахалинки заняли первое место, дуэт Эли и Алисы запомнился абсолютно всем. Теперь Евгений будет лично готовить их к Кубку Азии, а в будущем может и к чемпионату Европы. Мне больше нравится чир-хип-хоп, чем обычный хип-хоп, потому что чир-хип-хоп, с ним можно получать призы, много всего, баллы, разряды и все-все-все. А в обычном хип-хопе нельзя получать разряды, чтобы потом тренировать. Хип-хоп – это не свод правил, это внутреннее состояние. Все должно делаться без напряга, как говорит Евгений, а главное – с удовольствием. Несмотря на то, что не так давно этот вид чирлидинга стали оценивать по своим особым критериям, главное, чтобы душа танцевала, а за ним и тело пойдет. Дисциплина хип-хопа входит в дисциплины чирлидинга России. Соответственно, это дает возможность детям заниматься хип-хопом не на уровне уличного танца, а именно на уровне спорта. В будущем сахалинские чирлидеры хотят и далее развивать не только хип-хоп, но и другие направления. Ведь впереди еще много конкурсов и побед.